Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексоник, и я поиграю в игру под названием Майнкрафт. И у меня сегодня будет карта под прохождением 5 испытаний, да. Значит, что не... Ну, не нажимать, сразу нажмем. О, и где я пока... Чё? И чё мне делать? Ну, типа, я тут оказался еще. Ладно. Гейммод спектрейтер. И где я? Ой-ой-ой. Подожди, это чё? Рандомайзер для песка. Ладно. А как отсюда можно было выбраться? Можно вопрос? Тут же никак не выбраться. Ну ладно. Дальше ты пойдешь. Победа. Ну ладно. Ура, победа! Значит, нажимать хорошо кликается, да? Найс. Ну ладно. Значит, правила. Без читов и команд можно использовать килл, не менять правила, сложность времени, менять режим игры. Все, значит, погнали. Первый уровень. Что у нас будет? Башня. Башня. Цель, спуститесь на первый этаж. 80 этажей и 240 блоков. Поторопись, но действует аккуратно. Огонь не наносит урон. Понятно. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин. Что-то я случайно упал не туда куда-то. Ладно. Башня, все. Значит, надо спускаться. А, все, кнопочку нажимаем. И бежим. Бежим. Ну вот, видно огонь. Огонь он не должен урон наносить. Да, правильно. Ай-яй-яй-яй-яй. Я, вот падение наносит урон. Это, кстати, неприятно. Блин, когда еще, блин, под слепотой ничего не видно, очень тоже неприятно. Я вообще ничего не вижу. Знаешь, почему? Ай-яй-яй. Все, в принципе, мы прошли, да? А, нет! Ой-ой-ой-ой! Она тут опасна! Ух ты, блин! Три сердечка! Блин, ну что это? Ладно, давайте еще раз. Еще раз, еще раз. И... Оп! Побежали, побежали, побежали. Мы успеем, интересно, вообще достичь этого? Подожди, надо сделать музыка и звуки, общая громкость, хотя бы вот так на 70. Да, погнали! Погнали, жестко бежим, 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 бежим. Жестко, жестко, жестко. Блин, а огонь тоже мешается. То, что снизу ничего не видно, этот огонь. То, что я подпалился. У него тоже плохо видно. А, я не вижу, куда прыгать. А вот. Так, это как полудропер, полуцикл, пойми что. Так, ну тут, в принципе, еще хорошо. Тут еще терпимо. А когда вот пойдут вот такие вот... Ой. Так. Можно... О, о. Так, дальше куда? Ух ты, два блока передо мной исчезло. Что за фигня? Если бы я до одного блока хотя бы дотронулся. Ой, 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 ой. Куда, куда, куда? Прыгать, да? О, три сердечка. Жестко, 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 жестко. Так. Ну, вроде бы перестало гореть. Все. Получается, никуда мы выйти не можем. Сразу на эту кнопку. Да, победа. Ай, подпалился немножко. Победа — это всегда хорошо. Я не могу. Так. Дальше у нас по счету идет второй уровень. Погнали. Цель добычи добыть обсидиан. Через 60 секунд здесь будут зомби, гасты. Добыть все необходимое, чтобы защититься от непогоды. Дайте мне сундук проверить, ау!
давайте проверим. Да господи! Не, ну это реально, я хотел сундук быстренько проверить, что там находится. Подождите, что там находится? Где этот сундук? Ой, ой-ой, ой-ой. Так. Ой-ой, ой-ой. Отстаньте, отстаньте, отстаньте. О, все. Так, дальше что? Что нам надо? Защититься и пройти. А, надо добыть обсидиан. Интересно. Вы чё меня застроили? Ну, слушайте, пройти это, мне кажется, довольно-таки легко. Просто сейчас берем, ломаем деревце. Деревце уже само как бы выскакивает. Делаем дубочек. Делаем верстачочек, палочки. Так. Кирочку делаем. А что вот там вот, мне интересно? За... Ой-ой! Пошла вон! Чё там? А, тут... тут ничего нет. Ну ладно. Так, что нам надо? Нам надо камень, да, добыть? О, камень. Свинья меня бьет! Что за фигня? Меня свинья ударила. И, кажется, она блок камня еще забрала. Я, конечно, Ой-ой-ой. Нет, ребята, не надо! Дядя, не надо! Дядя, не надо! Ой, на одном сердечке выжил. Что ж, так повезло. Знаешь, почему? А почему я паутину сама не могу сломать? Опять я так появился? Да шо ж такое? У меня одно сердце. Что, бичит или что? Но у меня есть, в принципе, 4 камня. Если я добуду еще один камень, дело пойдет быстрее. Но это будет очень сложно. Во-первых, мне надо их обмануть, чтобы они побежали все сюда. Так. А теперь, знаете, как делаем? Берем просто вот так. Пожалуйста, не ударьте меня. Так. Быстрее. Все, найс. У меня есть каменный меч. Ой, вместе с каменной киркой. Все, теперь дело должно пойти быстрее. Главное, чтобы меня не какой-то чел не ударил. Ну вот как он меня ударил? Ой, господи, да что ж такое? Знаешь почему? Ой, я богатый молодой. Да уйдите вы от меня! Я ж вам ничего не сделал. Все, их я-то убил. Мне кажется, надо сделать лучше каменный меч. А потом уже... А, так можно было сделать и сразу и каменный меч. И все на свете. Значит, делаем. This is the future. Evolution.
Так. У меня есть камень, тут можно легко добыть железо, которое мне пригодится сейчас. Да господи. Все. Мы сделали это. Теперь у меня есть железо. Теперь я могу сделать даже две печки. Я настолько крутой, что я могу сделать две печки, положить сюда две штучки, а тут одну штучку. Я буду крутой. Все. Осталось добыть один обсидиан. И мы, в принципе, все сделали. Так, раз, два. Да, и мы делаем железный меч. Это было бы так эпично. Так, а что там зацепляется, что оно не тает? Все. У меня все есть. Делаем так, делаем так, делаем так. Делаем так, сразу делаем так, делаем так. Добываем один обсидиан. Добываем, 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 добываем. И... А что? А, все, победа. Победа. Победа черным шрифтом, так говорится. Значит, мы прошли первый уровень, второй уровень. И, пожалуй, мы закончим. Ну, что же, дорогие друзья, над этим видеоролик подошел к концу. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексоник. Всем удачи и пока-пока.